Привет-привет всем! На связи с вами Юлия Жукова. Давайте сразу к делу и на чистоту. Хотела сегодня поговорить о том, как люди вообще воспринимают и принимают работу в интернете. Наболевшая тема, не правда ли? Дело сейчас не в этом. Я хочу обратиться или сказать просто о людях, которые почему-то говорят о работе быстрых деньгах. Люди, а вы на самом деле уверены, что есть и существуют быстрые деньги в интернете? Почему вы считаете, что интернет – это не усилие, не труд, а просто что-то вот зашел, сел, нажал кнопку «бабло», и бабло потекло? Почему? Ответьте мне на этот вопрос. Мне интересно, почему вы готовы в это верить, но не готовы работать? На других работах вы работаете, сидя в офисе, в лучшем случае вы работаете. Вы делаете, исполняете должностные обязанности. Вы это делаете. Хотите, не хотите, для зарплаты вы это должны, обязаны сделать. Нет, нет, не будет этого, не будет вашей и зарплаты. А почему в сети интернет вы считаете, что есть легкие деньги, которые вы готовы быстро сделать, найти? Или что-то вы там готовы сделать с этим совсем? Как такое может быть? Вы считаете, правда ли, что такое возможно? Я не уверена. Я вот в сети интернет не так давно, но я много ниш проверила. Много где побывала и много где попыталась найти себя. Нашла в одном месте. Рекламировать его сейчас не буду. Сейчас моя цель не в этом. Моя цель поинтересоваться у вас и вообще спросить ее, почему вы так считаете? Те, кто ищет работу и работу в интернете, да, она есть, но здесь нужно работать. Я об этом неустанно и постоянно твержу. Вы не считаете, что это быстро? Ну да ладно, давайте разберемся немножко. Есть быстрые деньги, да. Это, например, Олимп, хотя бы тренд, то есть торги. Торги. Ребята, они зазывают. Дело в том, что давайте включим мозги и вспомним о том, что вход платный. Платный вход. И это как минимум 1000 на счету для того, чтобы вы могли не в демо-версии это все делать. Это вклад. Но опять же, где уверенность, пока вы учитесь, что вы не обломите все это, не уйдете в минус. Это русская рулетка практически. Практически рулетка, только на деньги. Но для того, чтобы это не стало русской рулеткой или рулеткой, этому тоже люди обучаются. Они как проигрывают, так и потом выигрывают. Это обучение, это года, это мозговой штурм собственный, свой. Почему вы считаете, что вы новый человек в этом деле, сразу же вошли, сразу же получили результат? Я не агитирую против трендовых движений ваших, там, чьих-то еще. Нет, я говорю о том, что это учение. Это возможно только после того, как вы всему этому научитесь. Также и букмекерские компании. Неужели вы считаете, что вы быстро этому можете научиться? Ставки быстро вы подрывать. Знаете, одно что скажу. Те, кто приходит в бизнес, MLM-бизнес, любой бизнес в интернете, и рвут компании, знаете, почему это у них происходит? Я вам отвечу. Это происходит потому, что у них за годами, за жизнью, за плечами этой жизни, этих годов, упорных трудов различных, стоит результат какой-то свой. Они уже, как говорится, заплатили свою цену за это, за все. Заплатили они эту цену, и теперь они рвут компании. Они рвут, потому что уже цена готова, уже есть за плечами. Ребята, я хочу еще раз повторить. Новички бизнеса, те, кто ищут работу в интернете, еще не зашел или обдумывают эту возможность. Это колоссальная, огромная возможность. Но это такая же работа. В первую очередь над собой. Готовьтесь. Думать иначе, действовать иначе, размышлять иначе. Это все есть, но это требует работы и усиленного, долгого времени. Поймите и услышьте меня. Всего вам доброго.